Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 583. Найдите ошибки в употреблении глаголов, произнесите правильный вариант. Первое. Я встала рано утром, умылась, причесалась, оделась. Выполним синтаксический разбор данного предложения. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное. Второе. Пригляделись мы к нему, познакомились поближе. Видим, хороший человек. Третье. Брат подружился с соседом. Четвертое. Пассажир стал дожидаться другой остановки. Пятое. Дети играли в комнате. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Есть предложение или пожелание? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.